Я никогда не верил в знакомство по интернету. Я пробовал найти кого-нибудь в сети. Из этого ничего хорошего не получалось, пока не встретил ее. Ну что, в кино? Нет, лучше к тебе. Ко мне? Но мы ведь всего лишь полчаса знакомы. Мне этого достаточно. Я работаю на таможне, в паспортном контроле. И когда я вижу человека, я сразу понимаю, кто он такой. Ух ты! Ух я! Я так рада, что пришла. Ты классный. Ну что, едем? Поехали. Но у меня есть одна проблема. А какая? Понимаешь, я дома давно не убирался. У меня там бардак. Тебе там не понравится. Не смеши меня, что я бардака не видела. Поехали. Осторожно, да. Не вижу ничего. Ложек. А где у тебя свет? Слева, вроде. Я уверена, что у тебя... Очаровательная квартира. Осторожней. А где можно руки помыть? Сразу видно, что тебе не хватает женской руки. Ага. Не бойся, это Света. Я ее завел от одиночества. До тех пор, пока не встречу настоящую девушку. Привет, Свет. Есть хочешь? У меня есть наггетсы, шампанское. Вуаля! Вот наггетсы, а вот шампанское. Румынское. Румынское? Ты что, не знаешь, что румынское – это самое лучшее шампанское? О, очень мило. А где бокалы? Ты сколько будешь? Я? 10, 15? 10? Ага. Предупреждаю на будущее. Если собираешься пользоваться микроволновкой, одевай резиновые перчатки, то убьет током. В лучшем случае, а в худшем парализует или останешься овощем. Ой, о господи. А другие бокалы есть? А с этими что не так? Что дна нет? Нет, но есть, но... Так в чем же дело? Ну что за знакомство? Я так и знал. Тебе мне не понравилось. Ну что ты? С чего ты взял? У тебя очень уютно. Прости, ты не ушиблась? Может быть... Все-таки кино посмотрим. Ой. Может быть, что-нибудь романтическое? О, заработал. Так куда надо застряла. Достать не могу. Зачем? А ты тихий любовник. Не сказал ни слова. Моника Вестон. Ты с ней знаком? Ну, наверное, это лучше, чем если бы ты все время болтал. Я задала вопрос. Не знаком. А я позвонил в неизвестный ресторан и сказал, чтобы я посмотрел на стену позади меня. Я посмотрел и увидел постер. Какой постер? Постер с этим заведением. На ней была она. Ты имеешь в виду ее фотографию? Да, я заметил большое сходство с Сьюзан. Оно просто поразительно. Ты могла бы остаться жить со мной в этой квартире? Да. Мне хорошо с тобой. Все остальное ерунда. Я должен открыть тебе одну тайну. Я знаю. Ты маньяк. Ничего страшного. У отца есть знакомый психотерапевт. Может быть, он кого-нибудь посоветует?
Сейчас это лечится. Все будет хорошо, я смогу тебе помочь. С чего ты взяла, что я маньяк? Ну, это же типичная квартира маньяка. Я сразу поняла. Ух ты! Ух я! Ты знаешь, это не моя квартира. Не твоя? Моя проблема не в том, что у меня плохая квартира, а в том, что у меня очень хорошая квартира. Я живу в комплексе Нева Тауэрс. Это не просто квартира, это целый мир. Поэтому каждый раз, когда я знакомился с кем-то, я понимал, что интересен не я, а то, где я живу. Этот комплекс сводил всех с ума, поэтому я придумал этот трюк. Другой квартиры. И Катя с достоинством прошла это испытание. Теперь я точно знаю, что настоящая любовь